На сегодняшний день автомобильные парковки с местами для инвалидов есть рядом со всеми социально значимыми учреждениями, организациями и торговыми объектами. Однако в большинстве своем их занимают автолюбители, никак не относящиеся к людям с ограниченными возможностями. 3 декабря, в День инвалида, в России сотрудники ОГИБДД провели показательную акцию «Парковка не для всех». О том, насколько уважительно относятся видновские водители к правам инвалидов, в нашем следующем сюжете. Одна из крупных торговых точек на территории города Видное – рынок «Красный камень». Именно здесь решили провести показательный рейд. Сегодня проводится всероссийская акция «Парковочные места не для всех». И сегодня мы выехали в рейд с сотрудниками ОГИБДД для того, чтобы проверить, насколько соблюдается законность прав инвалидов на автостоянках. Возле торгового объекта большая парковка, не менее 10% которой отведено под стоянку автомобилей людей с ограниченными возможностями. Несмотря на то, что на парковке, пусть чуть в стороне, есть свободные места, автовладельцы предпочли оставить железных коней при входе под знаком. Невзирая на патруль ГИБДД, подъехал еще один инвалид, хотя ни наклейки на стекле, ни соответствующих документов у него не оказалось. Инспектор ДПС, объяснив причину, составил протокол об административном правонарушении. Но стоило сотруднику ГИБДД после вручения протокола отпустить одного нарушителя, как на его место вставал другой. Оправдания были примерно одинаковые. Не видел знака, не нашел свободного места, не думал, что такой большой штраф. По умолчанию не знаю, ставим уже сюда, что соблазн есть, свободные места и ставятся. Ну и тем более снегом дорогу замело, не видать знаков на самом деле. Место парковки. Ну вот же знак стоит. Стоит, да. Виноват. Буквально за 15 минут было выписано 5 штрафов. Еще 4 водителям, оставившим машины под знаком, были выписаны предписания. Денежное наказание за несоблюдение правил парковки существенное – от 3000 рублей до 5 в случае неоднократного нарушения. Я думаю, что это весомое наказание. Но, к сожалению, у нас граждане считают, что можно не соблюдать правила дорожного движения, и наши граждане, которые могут парковаться только в отведенных местах для инвалидов, подъезжая зачастую, допустим, к рынку или к какому-то магазину, к супермаркету, ищут по несколько кругов, наворачивают, чтобы найти хоть где-то припарковаться. Нам показалось, что в сознании многих автомобилистов занять место, предназначенное для инвалида, не является чем-то зазорным. Для таких нарушителей, напоминаем, подобные акции в городе проводятся систематически. Поэтому, если вам дорог семейный бюджет, припаркуйтесь чуть подальше, пройдитесь пешком и порадуйтесь, что вы можете это сделать самостоятельно на 2 здоровых ногах. Татьяна Акимова, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.